Послание к римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». То есть Бог сам ставит власти, который над всем, и Господь через них выполняет свою работу. Скажите, как вас зовут? Зовут как? А меня Костя зовут. Константин, а вы с какого вот вы говорите, какой организации? Гедеон. Ну, братство Гедеон, да? Гедеон, да, вот Новый Завет, Слово Божие, которое Бог оставил. Ну, вы не отрицаете, что вы ходите по автобусам, раздаете литературу? Ну, вот это вот, Новый Завет. Я не раздаю, я призываю людей жить по Библии, чтобы поставили грех. Несете Слово Божие, да? Да, чтобы поставили грех и начали жить нормально, оставили безумие, потому что будет впереди возмездие за грех, за смерть, на жизнь, по Христе Иисусе. Он дает нам подарок от Бога. И это Иисус.